Ну вот мы вернулись в Лагерстан, привезли корень солодки, еще раз повторюсь. Вот сейчас ребята здесь его промывают от грязи. В тазах тщательно отмывают каждый корешок, чтобы грязи не было. Вот он, корень солодки. Главное тоже. Вот мойте тщательно каждый корешочек маленький, там, который отростки идут. Чтоб ни одной грязинки не было на них. Ой, это грязь. Девочки, тщательно мойте, Вика. Самый длинный будет в конце. Вот наш Шарик успокоился уже, да, Шарик? А то дышал, как тепловоз. Округлел Шарик от всего горы. Все. Да, да. Аня, а ты наш мой? Давайте свое дело делайте. Ваня, мешок же надо. Все снимать, чтобы ни грамма не было. Значит, это уже будет брак. Давайте. Отмывайте корень солодки. Да, вы потом солодку денете. Так, ребята, давайте. Вы мойте, вопросы все потом будут. А Ваня с Нестором меня прогоняют. Что там, Нестор не хватит. Деточки, сейчас ничего не мешайте, мы работаем. Нельзя. Я уже дроблю ее. Во второй воде. В первой воде вымыл грязь главную. А теперь второе. Не нужно, отсекаем. А ты чего моешь? Свою. О. Ты один? Вот которые корешки маленькие, я потом посмотрю, может быть, они тоже. Вот мы до обеда-то все попробуем. Смотри, какие корешки хорошие. Вода-то вторая, гляди уже, какая чистая. А первая была грязная-грязная. Длинный наш корень. Андрей, ты что без бета? Не босиком, а почему? Я, уже Андрей, иди разуйся. Андрей, обживаться. Иди разуйся, возле кельи. Голову подними, видишь? Разуйся. Видишь, это грязь. Тимофей, разуться надо. Чего вы ходите до сих пор в ботинках? Иди возле кельи, поставь свои ботинки. И босиком ходи. Первый раз прошу. Где ваш мешок? Второй раз уже легче. Я возьму этот пакет с вещами. Вот у тетю Любу спросить. Вот это да. Я думаю, это раз убили. Как думаешь, куда этот большой Она меняется, цвет какой сразу делает. Круто коричневый. Вот такой. Невыразимый. На, покушай. Давай тебя маленько отрежу. Держи. Бери. Не жарь, Сеня. Кушай. Спасибо. На, выставь сетку. Жуй, жуй, жуй. На, это. Я уже нашему убил. Кирилл. Ну, пожуй. Какая? Палка. Так, кому солодки пожевать? Пожевать солодки кому? Иди сюда. На, Тараси. Так, на, Ксения, отнеси. Левее. Тараси. Сестрам отнеси на. По одной дай. Иди дай там дяде Вите. Вот мы добрались. Кабы не Андрюша,
Мы бы сейчас все еще сидели. Это солончак. Страшно опасное место. Никогда ни под каким видом не заезжай на него. Солончак не пропускает через себя никакой вид транспорта. На что мощная техника была у Гитлера, и тот сел. Язык высунул. Что, даже на танке, если поехать, на самом деле ничего не поедет. Сказали, никакой не пришел. Как солончак образуется? А? Как солончак образуется? Солончак. Солончаки все абсолютно стоят. Это как он образуется? Не знаю. Это Господь знает. Вот она слаще несколько раз. 4 раза слаще с сахаром. Сахарин. Я маме отвезу. Я тоже маме. Я тоже чай добавлять буду. Вот у тебя сна нету. Чай на этом заваришь, сразу заснешь, спокойно на душе будет. В Библии написано, что за нечестие живущих людей земля становится из плодородной солончатой именно. Солончаковой. Какая вода уже? Уже полощенная, она все равно вода хорошая. То есть всему вина грех именно. А вот я копал с девочками. Я думаю, вы больше накопали. У меня что-то сегодня мало было. У нас корень большой попался. Вот, вот такой